И мы в пассажирском порту Стокгольма буквально через несколько минут тоже причалим к этому пирсу и ступим на шведскую землю. Наше путешествие длиной 15 часов на этом суперкомфортабельном лайнере «Романтика» с прекрасной кухней, изысканными блюдами, с очень комфортабельными каютами. К сожалению, подошло к концу, на самом деле это очень запомнилось нам. Ну а теперь нас ждет Томас Хедир и Томас Нюстранд, которые проведут у нас обзорную экскурсию по историческому центру Стокгольма. Это Скала ТВ, привет Мелитополь, привет Украина, и наконец-то, можно сказать, мы в Швеции!